Сейчас-то заодно повеселимся. Так, я гранату кидаю туда. Я тоже. Как только они подойдут. А он там один у них остался, слышишь? Один. Ну и ладно, а минус один, а всех остальных тоже. Инициирована эвакуация груза. Когда все. За нарушение устава спецотряда вы получаете статус ренегата. Тревога. Участник вашей группы нарушил устав спецотряда. Ваша группа получит статус ренегатов. Пятнадцать секунд. Уходим. Ну и весь лут заодно отправили. Готов принять груз на борт. А чё? Национальная забава. Давай, давай, веди нас. Русанин, сюда спускай. Эвакуация завершена. По пути поубиваем рыбу? Полторы минуты. Или как? А вон бежит еще один. Вот тут один бежит. Давай, бич, иди сюда! Иди сюда, бич! Он слабоват. Да ладно, не, пусть бежит. Мы а там еще один. Где это место? Где прятаться? Please don't не kill надо. Me. I don't want to kill you. Да ладно, не убивай его. Пусть попросил. Не убивай, не убивай, не убивай. That not nice. Not nice at all. Не убивай, не убивай. Подними его. Ну, блин, вот. Нельзя было поднять, я пытался. Блин, ребят, вы что творите, хоть ёбаный? Да ладно, не надо, не стрелять. Сделали все, что смогли. Веди давай, где прятаться? За мной, я знаю, наверное, то место, да? Подземку, да? Подземку, да? Внимание, вы входите в заражённую зону. Мы в подземку идем? Или куда? Куда хочешь, пошли. Думаю, лучше в подземку. Да нам сейчас будет охота. Вы выходите из заражённой зоны. Только не растягивайтесь, давайте вместе, а то ты один шпаришь. Вот сюда, давайте. Пойдём, вот впереди человек. Поднимите меня, поднимите. Нет, Гансик, нет! Бегу на помощь! Поднимите. Вот он тут. Гансик, ты чуть не умер. Давай вниз, быстро. Ходом, ходу. Да я не знаю, кто-то навернул меня сзади. Игрок какой-то. Мы выживем, парни, давайте. Слышь, 4 минуты нам, ё-моё. Ага, давай, давай. Сейчас мы тебе хилмин сделаем. Очко тебе разорвем. Здесь что, мобы? Ну, заодно почистим место, мол. Надо за тулами следить. Все нормально. Ну давайте где-нибудь засядем. Пойдем наверх туда, где. Что ты нас не повел-то? Наверх? Да там нас легко расхреначит. Одна танковая ульта и все. Ну или эти гранатки. Ну давай тогда вот здесь вот наверх. Вот где мы комнату наверху, вот здесь мы прикрывали. Давай, бежим, да. Во, все. Вот здесь двое стоят, двое вот здесь стоят. Тут дверь, караульте. Бежит бот. Бежит, человек игрок. Двое. Thank you for lose! Спецотряда. За этот поступок вы получите статус еще один игрок! Friendly!
Hey friendly! Don't shoot! Just a friendly. А, я горю! Деньги! О, слышь, а с них добавляет, мне аптечку добавило с них. Я только переключи. Ганси! Фу! Нет, 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 нет! Ульту, ульту, мид ульту, быстро! Прикрывают своим телом! Он здесь! Нормально. Я почти убил его! Назад, назад, назад! Уходите сюда, назад! Не выбегайте, не убегайте! Я убил назад, его! Сюда. Назад, не выбегайте! Аптеку киньте! Эй, сучара! Вот, все. Спасибо за деньги, ключики! Ты че не кидается? Все, 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 караулю. Двое тут, двое там. Пускаю импульс, когда скажете, ладно? Чего? Пущу импульс, когда скажете. Так, слушайте, я сейчас... У меня меньше всего времени осталось, 160 секунд. А мы сейчас будем маячить перед ним, если на нас идут они. Хорошо. Чтобы их сделать пока. Окей. У кого есть это... Радар включайте. Примерно. У меня есть. Как только скажете, что игроки придут, я включу радар. Радар покрывает определенную территорию. Лучше знать, сколько игроков, едва завидев одного. Еще 2 минуты. Длинноствольный АУК? Да, Ганс? Да. Хорошая штука. Второй есть? Нет. Отдашь? Нет. Блин. Так, а может, когда мы меняемся, я есть. Тебе МП-5, ты мне АУК. У кого есть, включите видеообзор. Пока тишина. Блин, слева вряд парни уже хапнули. Парни один внизу. Горе хапнули. Парни один внизу. Чего? Один парень внизу бегает, говорю. Да-да-да, идет к нам. Идет к нам. Не решается. Давайте, что ли, грохнем его. Нас трое, он один. Нас четверо, он один. Да ладно, подожди. Я сейчас... Подожди, я сейчас... Меньше минуты осталось, я сейчас его сделаю пока. Да он ушел. Почему у меня больше всех ПК висит? Че, это у меня больше всех? Больше. У меня еще 135 секунд. Блин, у меня просто не показывает, сколько у тебя. Показывает у всех. Секунды. У вас там 22 и 10, у меня еще 118. Все, я выжил, мне. Слышите, ну хоть я прикройте выжил. Меня своим телом, а? Давай, давай. Так, у меня тоже все. Помогите, а, так, прикройте я... телом своего друга. Да, прикроем, мы здесь, ё-моё. Я тут бегаю, смотрю. Подойди ко мне, защити меня. А он ходит, чувак, наверху. Один. У тебя золота нет, все равно тебе что защищать. Побежали, парни, пусть стоит. Я вам это припомню. Не, бросим его до произвола. Он ключник, его нужно защищать. Кроме того, сколько у тебя? Кто убежит, я этого просто не буду хилять потом. Вот будете вы лежать и кричать, пожалуйста, хилите, а я тут говорю, а нет, Лёх, нет, знаешь, я тебя ключи, помню. 130. А? У меня 133 ключа. Видишь, как я угадал? О, я с ПКшников поднял.
Итого у меня 11 стало. С ПКшников самое хорошо ключи подымать. Ключника нельзя трогать! Ключника полно ключей. С него сразу штук 40 выпадет. Давай его убьем. Всем по 40. Окей. Тогда будете отбирать ключи сами. Открывать сундуки сами. Окей? Цветани. Кого? Да боты ходят. Боты вверху, ой, нафиг не надо. О, сейчас внизу как раз зарез будет. Так, Все. Блин, награду подняли в 4 раза. И все равно мало. Всего-то 5000 денег, а? Давай вниз посмотрим. Не, эти, не дорез быть. Все равно не торт. А дальний смотрели? Дальний? А я не знаю. Дальний нет, не смотрели. Надо за патронами сходить. Пусто. Ну, к счастью, тут давай рядом должен быть все пункт. Пойдем за патроны. На КПП. Угу. Вот рядом КПП. Можно как раз эвакуацию сделать. Хотя там, в принципе, 3 шмотки херня. Чуваки на ПК прибежали такие. И подхватили. Потому что пачку пока лучше не трогать. Так, погоди, кого-то мы забыли-то? Меня, ключника забыли. Самого ПКшного.